А посмотрите, сколько подарков получили жители украинского села Ксаверовка. Заканчивается сооружение Дома культуры на 500 мест. Построена школа, столовая, универсальный магазин. Колхозники строят здесь селение городского типа. В одном из этих домов сейчас справляет новоселье семья колхозника Панченко. Вот так выглядит его квартира. Пожелаем, чтобы в Новой Ксаверовке в 1960 году было еще больше новоселий. Зажглось много веселых огней.